Всем здорово на моем канале. Сегодня очередная посылочка. Распечатаем ее. Что же у нас здесь? А здесь у нас вот такой вот кабель для айфончика. Что это фирма Basius? Вот. IP плюс микро. Что такое? T-тейп какой-то. Магнит 2 плюс 1 кабель. Ну, в общем, такой кабелек произведен 5-17 года. Ну, неплохая коробка, в принципе. В принципе-то. Что, распечатаем? Пакет убрать-то. Так, распечатываем. И что видим? Что видим здесь? Видим следующее. Видим следующее. Так, раскручиваем. Вот, сам кабель такой вот. Структура у него такая какая-то. Тканевая, как будто бы. Но не тканевая, она как будто кевлара, нить или что-то такое. Ну, под нее что-то сделано. Ну, даже вот тут прошито чем-то. Ну, в общем, какая-то то ли тканевая, то ли пластико-тканевая основа. Вот. И здесь вот такие вот штучки. О, тут надо отклеить. Тут заклеено чем-то. Клеиваем. Тут тоже фирменный знак Basius. И вот так вот. Вот так приклеивается, только непонятно нахуя. Подключаешь в розетку, подключаешь куда-либо и хуяришь. Заряжаешь свой айфончик ненаглядный. А вот. Ну вот эти штучки металлические. Ну это ладно. По длине что там? Ну по длине типа метр. Может больше чуть-чуть. Но вот это непонятно зачем. Зачем намагничивается? Ну, типа какая-то фишечка. Ничего там нету больше. Какая-то желтая бумага. Ну, и вот, типа, подключаешь тут компу к телефону и все заебок. А вот. Такое ощущение, что он еще и микро USB заряжает. Ну, это еще надо посмотреть. Возьмем розетку micro USB, да? Возьмем телефончик. Вот я тут обзор делал на Galaxy Note. Ой, Galaxy беру. Redmi Note 5A. Вот, возьмем этот телефончик. Тут как раз micro USB. И так, вставим в вилку. Вилку вставил, вот этот кабель. Получается и для айфона, а для андроида как? Что-то я нихуя не понял. А в андроид-то не вставляется? Может быть это микро... Хрен знает. Короче, в Android не вставляется нихуя. Вот. Может, это Type-C какой-нибудь там. Два в одном. Я хуй знаю. Ну, короче, Lighting-то Lighting. Он и есть Lighting. Но еще здесь вот есть какое-то отверстие. Типа micro USB или что-то такое. Да хрен знает. Но почему-то в micro USB-то не входит. Ну, вот обычный micro USB разъем. Я хочу вставить, я не могу. Потому что он какой-то не такой. Ну, в общем, короче, еще сломаю в пизду. В общем, типа сдвоенный какой-то коннектор, micro USB и Lightning. Кстати, Lightning еще надо попробовать. Lightning, Lightning, Lightning. Вот iPhone еще, айфонище, ну, айфонище, наверное, нормально заряжает. Опа, пошла маза. Айфонище вообще четко.
Чё? Всё как бы заебись, короче. Ну вот такой вот обзорчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ссылку на данный кабель оставлю в описании. И регистрируйтесь по моей ссылке, которую тоже оставлю в описании, на Letyshops. Там неплохой кэшбэк. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих видео.